Нет никакой формулы успеха. Тренировки, труд, следить за своим здоровьем. В спорте тот, кто гонится за деньгами, мне кажется, он далеко не убежит. В спорте главное – это вот те эмоции, которые ты получаешь от того, что ты поднимаешься на пьедестал, когда ты выходишь на старт, когда ты пересекаешь финишную черту. Это не передать словами. В голове очень много планов, которые я безумно хочу реализовать, и я надеюсь, что у меня получится сделать что-то полезное для Тверской области. Да, к любой победе путь очень тернистый, поэтому ни одной победы выделить не смогу. К каждой победе прилагалась очень большая работа, очень большой труд, очень много здоровья. Никогда не оборачиваюсь назад, пытаюсь все время идти вперед и жить не воспоминаниями, а будущим. Нужно начать ставить цель хотя бы на сегодняшний день. Это заставляет тебя что-то для этого предпринимать, а не просто сидеть и ждать, когда на тебя этот успех свалится сверху. Если там на небе решили, что вы будете первым, то все вокруг будут говорить, что вы не будете, вы будете. Я бы пожелал заниматься тем, что нравится, и болеть этим. Я закрыл фирму в один момент, когда меня позвали делать Кубок мира. По молодости это было сделать для меня вообще легко, как бы, да, то есть не задумывался о деньгах, я пошел делать то, что мне нравится. Успех в целом, наверное, сложно его описать именно так. Он состоит из маленьких каких-то моментов, которые запоминаются и остаются в душе, и к которым ты все время пытаешься вернуться. От многого приходится отказываться. То есть перед сложной тренировкой нужен режим, соблюдать питание правильное. То есть если раньше родители как-то меня направляли, и я обижалась, то сейчас я полностью сама себя контролирую. В принципе, я уже живу этим. Не хотелось бы быть просто сестрой Натальи Неправильной. Хотелось бы чего-то добиться самой в этой жизни.